рыси – род хищных млекопитающих семейства кошачьих с характерными кисточками на ушах, укороченным телом и длинными задними лапами. К роду рысей принадлежат обыкновенная рысь канадская, рысь пиренейская и рыжая рысь. Эти животные – одиночки, которые большую часть своей жизни проводят наедине с собой, объединяясь только для спаривания и воспитания потомства. Приветствую вам, дорогие друзья, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о рыси. Голоса самцов и самок рыси отличаются. Партнеры умеют различать друг друга на больших расстояниях, а также определять примерный возраст особи противоположного пола. Хищные кошки метят свою территорию, поливая деревья мочой или скребя землю и стволы деревьев задними лапами. Они также оставляют свой запах, потираясь головой и шеей о предметы, как некоторые другие виды кошек. Рысь легко передвигается по рыхлому снегу, не проваливаясь в него. Крупные лапы зверя, покрытые густыми щетинками, работают как снегоступы. Когда лапы касаются земли, они вытягиваются, чтобы правильно распределить свой вес по поверхности. Хищная кошка способна прыгнуть на 4,5 метра за счет удлиненных задних конечностей. Бегает рысь тоже очень быстро, развивая скорость до 65 км в час. Рысь наделена тонким слухом и способна уловить движение мыши за 100 метров от себя. Зрение хищницы позволяет различить жертву на расстоянии километра даже в условиях слабой освещенности. Рысь истребляет лис, но не с целью полакомиться лисьим мясом. Такая неприязнь, возможно, объясняется обычной конкуренцией за пищу. И рысь, и лиса охотятся на одних и тех же животных – грызунов, зайцеобразных и птиц. Но размер для рыси особого значения не имеет. Она с легкостью будет охотиться даже на того, кто значительно крупнее, в том числе на оленей или кабанов. Малыши рыси в возрасте 1,5–2 месяцев устраивают агрессивные бои, в которых могут погибнуть или сильно покалечиться. На человека рысь нападает редко. При желании эту очаровательную дикую кошку можно приручить, но всегда нужно помнить, что это сильный и непредсказуемый хищник. На этом у нас все. Берегите природу, будем рады, если подпишетесь на наш телеграм-канал, там много забавного и интересного о животных. Ссылка в описании. До скорого!